Зачастую мы слышим жалобы и недовольство в отношении столичных автобусов. То ждать приходится долго, то не устраивает состояние транспорта и остановок. Сегодня вместе с жителями столицы мы решили определить самый худший маршрут, по мнению горожан. Не забудьте написать в комментариях свое мнение. Поехали! 18-й автобус опаздывает, да? Точно. 18-й автобус. Придется долго ждать 18-й. Иногда временами, извините, я вас перебил. Август 60-й и 61-й тоже. 60-й тоже так же, да. Надо бәрін бүлдіріп тұстайды, айтшы. В некоторых местах нету вот этот отопительный год. Нет, отопительный. И табло тоже нету. Даже по некоторым улицам, когда проходите, прям в целом нету такого табло. Самый худший маршрут можете назвать в столице, который не устраивает? Мне кажется, 18-й. Вы согласны со мной? Я тоже согласна. 18-й, да. 18-й и 60-й. Самый худший, мне кажется, 31-й, 33-й. У нас отношение транспортной вот этой организации такое. На левом берегу более чище бывает, а правый берег, который и грязный, и в таком состоянии, очень старые грязные автобусы. 56-й автобус на Мухаммедханова. Там всего 1-2 автобуса с Жагало приходят. Там очень много пассажиров, а автобусов мало. Жирману 20-й автобус. Кышки недолго. 20 минут, 25 минут. Қалған автобуста нормально жүреді. Тап-таза болса, остановкада адамдар постоянно отырады ғой. Ауыл жерде постоянно лас, мусорлар жатады. А қысты күні вообще мынау остановка вообще жылулық дұрыс болған жоқ. Орындықтар сынық. Сондай болды. А это Бауыржан Момышұлында вообще жабық тұрды. Қыс бойы. Вот на этой остановке я могу сказать 70-й автобус. Иногда бывает прямо один за другим, но все равно, особенно часы пик. И потом еще плохо ходит 28-й. Он, особенно часы пик, очень переполненный. Прямо на ступеньках еле люди забираются. Евразия вот где, оттуда вот на углу стоит, новый, вроде бы новый поставили остановку. Там один раз зашла, там ужасно запах стоял, там невозможно. Я зашла, мне... У меня аллергия на всякие запахи, чувствительный организм. Я зашла и оттуда выскочила. Я вообще даже не понимаю, как можно, даже зимой, это было зимой, как можно вот там, в этой остановке, внутри стоять. Я не знаю, как это... Ну, вот, видите, плохо следят за состоянием автобусов. Бараева. Вот. Нету теплой, нормальной остановки. Зимой ждешь 44-й. Очень такие, как 61-й автобус. Не мешало бы на левый берег по этому маршруту еще добавить. В 6 часов вечером там такая давка, 61-й, не дождешься. Это такие очень трудные автобусы. Вот. И вот эту, конечно, остановку надо делать теплую, нормальную. Все-таки центр города. Тройка, внучка ездит, беспорядок. Третий автобус. Она в колледж ездит. Очень. И дочка уже сколько раз звонила, все, ненормально. Прослеживает, вроде бы автобус идет по полчаса зимой. Знаете, как холодно. Мы замучились вот всю зиму. Знаете, там прям чуть не до драки в этом автобусе доходит. Тройка, потом еще 48-й ездит туда. Она вот ездит иногда. Ну, безобразно. Там, во-первых, тройка хороший автобус ездит, а 48-й ужасные автобусы. Молодежь же ездит. А они старые, говорит, вонь такая там газами вот этими.